Это сенсация. Абсолютно. Как и обещали. Сейчас смотрите. Смотрите все. Помните, мы вдвоем с коллегой Шаукентаевой сообщали, что организаторам незаконных митингов платят заказчики. Помните? Тогда столько шума было, до сих пор шумят некоторые особо специфические люди. Одни стали спрашивать, а где же дают деньги? Другие стали уверять, что ничего не брали. Очень странно, кстати. Интересная реакция. Вы хотели увидеть лично? Тогда вот вам видеоподтверждение. В интересах Родины мы показываем его сейчас. Смотрите внимательно. Собственно, от 50 до 150. Ну, мы помним. Все увидели. Если увидели, обязательно распространите среди жильцов вашего ЖЭКа, как вы это любите. Скоро на нашем сайте 1tv.kz. А в особенности вы, блогер Б, распространите. И даже если вы не байтук, тем более. Если вы не байтук, тем более распространите. Покажите это видео всем, чтобы все понимали, кто и за что Родину продает, призывая принимать участие в незаконных собраниях. Кстати, блогер, теперь вы мне еще меньше нравитесь. Давайте еще раз покажем. Да, еще раз. Прошу всех сейчас, прямо сейчас, внимательно посмотреть видео, которое мы только что получили из закрытых источников. Вернее, получили мы его давно, но показываем только именно сейчас. В интересах Родины это очень важно. Именно сейчас. Смотрите внимательно, что происходит. И вот так они продают нас с вами. И заметьте, что интересно, продают даже не за казахстанские тенге, не в национальной валюте, а за доллары. Понятно, кто заказчик? За доллары. Это очень четко, очень ясно видно по видео. И более того... Это, собственно, то, о чем мы вам говорили с самого начала. О чем предупреждали? Я хочу подчеркнуть, конечно же, платят не тем, кто приходит на незаконные собрания, не вам, возможно, не вашим соседям, кто приглашал вас туда. Опять же, мы поясняем, мы обвиняем сейчас не народ, мы говорим сейчас не про людей, которые поверили этим господам. Речь идет о заказчиках. Это действительно сенсация. Еще раз посмотрите это видео, это действительно сенсация. Люди продают Родину. И я еще раз обращаюсь к господину Б, господину блогеру. Пожалуйста, сейчас распространите это видео так же, с таким же рвением, как вы распространяли информацию, которая порочила нас, чтобы якобы закрыть канал и так далее. Вот сейчас с каким лицом вы будете перед людьми распространять это видео? И покажите всем, как продают нашу Родину. Не по курсу, а за реальные зеленые. Вот обратите внимание. Незаконное собрание, конечно, люди в стороне стоят. Переговоры идут. Вот вам, пожалуйста, и денежки. И деньги. Настоящие доллары. Ну, я думаю, что настоящие. Я думаю, друг друга они обманывать не будут. И фальшивки... Хочется все-таки надеяться, что эти люди проторговали свои родины, хотя бы не обманувшись. Да. Собственно, 1tv.kz, это видео совсем скоро появится на нашем сайте. Смотрите, распространяйте и делитесь. Я обращаюсь к тем сейчас нашим поклонникам, которые очень любят нас, опять же, в чем-либо обвинять. Пожалуйста, вы умеете пользоваться интернетом, умеете копировать с нашего сайта видео, мы это теперь отлично знаем. Пожалуйста, то же самое сделайте с этим видео уже через несколько часов.
Да, это была сенсация, а сейчас это будет... Благодарю вас, коллеги, это была настоящая сенсация, это была бомба. И я хочу сказать, что подробности того, что вы сейчас увидели, новые подробности вы увидите завтра в первой программе в 20:00. И отдельно об этом расскажет Аймира Шаукентаева в воскресенье в 21:00 в программе «Аналитика». Ну и хочется, конечно же, сказать, что на будущее продолжение следует.